Здрасте, накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу, как сделать быстро блестящий макияж. У меня есть новинка от Elan. Это, вы не думаете, не украшение, хотя это браслет, на котором висят вишеры Elan. Это сухие блестки специального помола, которые можно наносить и на скулы, и на глаза, и на губы. В общем, сейчас вам все покажу. Перед тем, как мы начнем наносить вишеры, изначально нам нужно сделать легкий тон. Я хочу сохранить веснушки. Я не буду использовать тональный крем, а буду полностью на лицо наносить совсем легко консилер от Elan номер 3. Использую кисть номер 7 и очень широкими движениями совсем легко наношу тональный крем. Под глаза наношу тот же консилер номер 3, но кисточкой более мелкой номер 5. И сразу прохожусь полностью в области глаза, чуть-чуть плотнее, и тонирую подвижное веко. На веко нанесу кремовые тени Too Faced, цвет шоколад, кисточка номер 6, полностью на все веко. Это будет база для моих вишеров. Далее возьму первый цвет, и он у меня будет служить в виде хайлайтера. Я его нанесу на влажную кожу для того, чтобы эффект был более естественный. Мне достаточно просто открутить и высыпать на палитру сколько мне нужно. Беру плоскую кисточку номер 18 и наношу на скуловую кость. Сразу этот же цвет нанесу под бровь и над верхней губой. Скуловой корректор Too Faced. Мне он очень нравится как раз на загоревшую кожу. И я сразу им прохожусь и по периферии. Сначала набиваю, а дальше уже растушевываю. Также из моих любимых продуктов это румяна H&M цвет коралл. Совсем немного нанесем на объем. На внутренний угол глаза возьмем такой же цвет, как мы брали на скулу. И по центру более теплый цвет. Нанесем полностью на все веко. Вишеры очень хорошо держатся, и для них не нужна какая-то специальная подложка. Единственное, если вы до этого использовали сухие тени, то можете использовать, например, подложку под глиттеры от NYX. Наношу только на подвижное веко, неподвижное веко остается натурально коричневого оттенка. Такой получается эффект влажного глаза. И тем же скульптором я затемняю складку. Прокрасили ресницы, и как завершающий этап я наношу бальзам для губ Cannabis Kiss. Это первый бальзам для губ, который улучшает настроение. То есть он воздействует на микробиоту кожи, и по нашим нейронным связям передается сигнал в мозг, и мозг начинает вырабатывать окситоцин, гормон счастья. То есть я сейчас нанесу бальзам для губ, и через 15 минут наш мозг будет думать, что он съел шоколадку. Кроме того, здесь есть еще один компонент Maxi Lip, который увеличивает губы до 40% за счет выработки своей же гиалуроновой кислоты. То есть это не пломбир, который жжет губы, либо наоборот там большое количество ментола. То есть он очень комфортный. И девочки, окситоцин, если вы будете целоваться с мальчиками, у них же тоже будет вырабатываться. Это гормон привязанности. То есть поцеловали, и все, и больше никуда от вас не денется. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик, мне будет очень приятно. Надеюсь, информация была полезной. До скорой встречи!